гора валяется и как-то не очень. Да, она готовит какую-то игру. Ты мне отдаешь, ты наелся. Будем наряжаться, скажи. Вот, это один такой наряд. Вещицу надо блокировать от него. Пищит, кричит, смеется. Вот, и это ваша спальня, полностью белая. Наконец-то, теперь я знаю, сколько ложить. И 8 он вырубился и спит. Всем доброе утречко. Ты кого там видишь, Артурчика? Ты себя видишь и маму. Вот так вот, утренние обнимашечки. Так. У Артучка сегодня другой конструктор. Я ему достала паровозики. Чередую ему. Все сразу я ему не даю. Потому что он тогда теряется и все. Гора валяется. И как-то не очень мне эта перспектива нравится. Пускай играет. И вообще тут тоже много деталей из еще одного конструктора. Тоже, мне кажется, возможно, уберу. Пусть будет пока попроще что-то. И Аринка у нас тут уже делами занимается с утра пораньше. Сколько у нас? 9:30 почти, да? Ну что, карты дорисовала? Угу. Дорисовала, сейчас вырезает, будет клеить на картон. Потом опять вырезать. Вот, она готовит нам какую-то... А потом еще вырезать на распечатки. Да, она готовит какую-то игру, в которую мы должны с ней играть. Вова вот. Тоже. Да, прям вот должны. Мы уже покушали, арбузик там Артурчику оставили. Сейчас проголодается и тоже покушает арбузика. Ну что, ты помогала бабушке посуду мыть? Конечно. Точно? Да. Или нет? Помогала. А что ты так отвечаешь? Потому что. Мой-мой, давай посудку, мой-мой. Что с Аринкой перекусили супчика с хлебушком, с чесноком. Пылаем тут как эти драконы. Еще вспомнила, как их зовут. Артурчик, зачем майку есть? Кушай венскую вафлю. Я ему вчера оставила одну штучку, вот она лежит. И он кушает сегодня, потому что вчера было поздно. Он уже, когда мы ели эти венские вафли и пили чай, он уже ложился спать. Артурчик, ты ничего не перепутал? Поставила мультики? Нет, я только что вот это вот кусал, а вот это вот лежало внизу. Ты мне отдаешь, ты наелся. Все, не отвлекайте его. Не отвлекайте его, да? Мультик классный. Семейка Крутс называется. Старый, но он обалденный. А мы тут нашим обормотом пушистым покупаем наполнитель. Корма Вова вчера купил, вернее, мясо. Сегодня будет делать корм. Пыхтеть пару часов на кухне. Вот, Аринка пошла посмотреть, может, у зверюшки какие-нибудь есть. Любит глазеть на них. Все, выходит быстро. А чего вы так быстро? Че быстро? Отложили, завтра заберем. Все. Ну что, есть там зверюшки? Где там делать? Нет. Никого нет. Всем доброе утречко. А у нас тоже не утречко, а обед. Малыш наш спит, заснул на улице 12 часов. Так, а мы тут гуляем. Сейчас пойдем дальше гулять. Хорошо, мы ему тут сквознячок сквозной сделали, да? На улице тепло сегодня. Сейчас поедем на рынок кое-что купить. А, мы шаринки продолжаем дальше покупать, да? Собирать к школе, так называется. Вчера немножко купили. Что мы вчера купили тебе? Юбку такую нашли. Прикольную? На шлейках. И бордовое платье. Такое прикольное, да. Будем наряжаться, скажи. Ага. К школе. Ну, вот так. Пойдем сейчас покатаемся дальше, да? Да. Ух, нас не было сколько? 3 часа. Приодели Аринку, вот такой вот классный пиджачок ей купили, шикарно. Смотрите, как она преобразилась, да? Покажись, Арина. Ну, пройдись. Ой, красота. Он такой длинненький, вообще классный. Вот, это один такой наряд. Вообще синий цвет тебе очень идет. Тебе самой нравится? Да. Вот такая вот блузочка. Ну, только, конечно, здесь не будет цветастого топика, что на ней одета. Ну, повернись. И юбочка классная. Красотка просто. Очень красиво. Так, модель, поворачивайтесь ко мне. Вот это вторая блузочка. Тоже хорошо. Вот вообще. Тебе синий цвет очень идет. Шикарно. Да, только прическа тут тоже. Прическу мы просто убрали волосы. Ничего страшного. Класс. Ну вот так. Юбочка весь свободненькая. Хорошо. Красиво. Класс. Все, одели. Ну почти. Еще... Да. Обувь сменную балетки на себе хочет. И по мелочам там немножко. А, ну и на физкультуру там спортивное что-то, и все. Но самое главное, то, что ты будешь каждый день носить, мы купили уже. Да. Да, все.
Красно. Ну, скажите, что это были классные наряды, и Аринке очень шло, правильно? Арине главное, что самой все понравилось, да? Арина сама выбирала. А вот балетки мы найти не можем. Ну, мы не все обошли. Вон, можно будет сходить в тот торговый центр, что мы вчера ходили, там повыбирать. Да. И все. Ну, это потом. Мы с ней так очень долго были, устали. Ну, вот так вот. Сейчас будем кушать. А то уже... Хотя, что кушать? Вова сейчас уже придет. Вот с ним и будем кушать. Ну, все, раздевайся, все слаживай, аккуратненько вешай. Хорошо. Ку-ку. Ты как залез туда так высоко? Короче, он на 3 ступеньки, ну, пока может держаться руками здесь, он это... Сам залазит, его даже страховать не надо. Вот так вот, все. Лестницу надо блокировать от него. Он увидел, как Арина залазит, и пошел за ней сразу, представляешь? Обалдеть. И как слазить будешь? Вот это хороший вопрос, конечно. А у нас с завтрашнего дня день города, 2 дня, да, Вова? Ну, вроде да. Весь и день шахтера. 23-го сегодня. Так что у нас гулянки. Проходили мимо площади, там уже концерту готовится. Да. И завтра будет что-то наподобие города мастеров. Там мы ездили, котам наполнитель взяли, 2 пакета больших. И Артурчика выпустили погулять. Носится тут, пищит, кричит, смеется. Ну, в общем, носится, да? Он сейчас пешком не ходит, он бегает. Очень прикольно. Аринка дома осталась, у нее с ней находились, так она не пошла никуда. Свобода ему на поле. Что он там увидел? Что ты там увидел такое? Присяжешь купола на церкви. Ну, пройдем. Сейчас обойдет сейчас. Сейчас обойдем. Начинай. Пока тебя слова не было, и поэтому я построила Sims домик. Что это за игра? Это Sims. Арина решила показать, что она тут сделала, пока мы там гуляли. Да. Итак, заходишь в дом. Тут просто такая, типа, маленькая комнатка. Проходишь в дверь, и здесь сразу кухня. И столовая. Вот, и столовая тоже. Телевизор, ну, короче, зал. Ванная. Вот это вот все я построила за 42 тысячи. Дальше разворачиваемся. Это комната Артусики. Артусики. Артура. Вот она. Такая вот, кстати, тут камин даже стоит. Тут горшок, вот. Это, типа, моя комната. Тут мама будет рисовать. А что, мама, если твоя комната? Не, потому что дети не могут еще тут рисовать. Вот, и это ваша спальня, полностью белая. Тут даже есть планшет для Артура. А теперь мама у нас пойдет готовить жареный сыр для семьи. 4 человека, как раз всех 4. Ну вот, пошла готовить. Видишь, какая-то новая прическа. Такая, с гулькой на голове. Да, я тебе ее сделала. Это, кстати, новые леггинсы такие. Это просто садовая клумба. Это садовые горшки. Конечно же, цветочки такие вот. Ой, я не закрыла. В общем, сегодня у нас опять венские вафельки, да? Угу. Все захотели. И вот они, наконец-то, красивые у меня получились. Такие классные. Наконец-то. Теперь я знаю, сколько ложить. Именно в венские вафли, чтобы с двух сторон получилось красиво. Классно. О, и вот. А, и сегодня купили такую сладкую кукурузу. Я вообще такой никогда в жизни не пробовала. Она настолько сладкая, вот реально, как сахар кушаешь. Правда вкусная? Мы как попробовали ее сырую. Мы там обалдели с Ариной на рынке. Скорее взяли. Сварили. Ну, я буду сырую есть, а не вареную. Мягенькая и сладкая, да? Ну, вообще, такая вот вкусняшечка. Okay. Реально сахарная. Очень-очень вкусная. Снаружи солененькая, а внутри сладкая. А там сладенькая. Артурчик у нас сегодня заснул 8 часов. Помните, я снимала, что это выпустили его погулять. Он носился так 40 минут. Бегал постоянно, ползал там. Весь в песке опять. И мы пришли в 7:30. И в 8 он вырубился и спит. Как 30 минут уже.